Сотрудники окружного управления МВД провели день открытых дверей для учащихся одного из учреждений дополнительного образования. Председатель Совета ветеранов УМВД Александр Тарасов провел для юных гостей экскурсию по музею управления. С большим интересом дети рассматривали архивные документы и фотографии, милицейскую форму, макеты наград. Но знакомство с настоящими служебными собаками, которое состоялось сразу после экскурсии, вызвало настоящий восторг.